Приветствую гостя нашего канала. Это короткий обзор беспроводного моющего вертикального пылесоса. Ссылка на товар будет в описании. С вас подписка, комментарий, ответьте взаимностью. Xiaomi Dream H11 – это не просто беспроводной пылесос, а полноценное устройство для одновременной сухой и влажной уборки. Он эффективно удаляет загрязнения в ванной, на кухне, на балконе и в других зонах. На одном заряде прибор может отработать 30 минут, в зависимости от уровня загрязнения. Пылесос автоматически регулирует мощность всасывания. Резервуар для воды емкостью на 900 мл. Такого объема вполне хватает для влажной уборки помещения площадью до 160 м² при минимальном расходе воды. Все загрязнения эффективно удаляются роликовой щеткой. Нажатием одной кнопки прибор осуществляет автоматическую очистку на док-станции. Роликовая щетка во время работы создает переднюю тягу, за счет чего пылесос двигается вперед без лишних усилий. Пылесос оснащен LED-дисплеем, отображающий остаток заряда батареи, уровень загрязнения, рабочее состояние пылесоса и возникшие ошибки в работе. Также поддерживаются голосовые напоминания.